Неподалеку от села Ермицы Усть-Цилимского района во льдах застряли две баржи. Судно занимается коммерческой доставкой легковых автомобилей, приобретенных жителями соседнего Ненецкого округа. Как сообщили в МЧС, помимо авто на баржах более полусотни человек. Накануне ночью помощь из Нарьян-Мара, это 130 километров от Ермицы, вышли ледокол и теплоход. Они будут прокладывать путь. Сегодня появилась информация о пропаже теплохода вместе с баржей в Ижемском районе, недалеко от Брыкаланска. Экипаж теплохода – 3 человека. На связь они не выходили 6 дней. Сегодня судно нашли с помощью вертолета в районе деревни Черкобош. Из-за раннего ледостава судно не сможет продолжить движение. Экипаж эвакуировали в Усть-Цильму. Люди чувствуют себя удовлетворительно. Адекватно себя чувствуют. Лед только сегодня замерз, а так они, в общем, катер двигался. Так они планировали по льду добраться до ближайшей деревни. 16 километров, Черкобош. Примечательно, что навигационный сезон на территории нашей республики официально закрылся еще 13 октября. А 3 дня назад об установлении ледостава на всей Печоре предупредила и МЧС. Мы будем следить за развитием этой чрезвычайной ситуации.